Вот моя хата. Так, что она тут рубит? Эй, что рубишь? Куда я? Нет, ну твою мать! Нам нужны обычные тачки. О, вырос, смотрите. Наш кактус вырос. Им я могу делать, короче, вот так вот. Здорово, народ! Это вторая серия зимних выживаний, и сегодня мы будем строить террариум для кактусов, чтобы сделать оружие из Flens мода. То есть, тут есть такая фигня, называется... Ой-ой-ой. Называется оружейный бокс, да? Вот этот, с современным оружием. И для него нужны кактусы, а кактусов у нас нет. Собственно, давай, Лёха, пошли, покажем, собственно, как он делается. Собственно, мы уже развились, довольно-таки сейчас на улице ночь, поэтому я сижу у Лёхи в его землянке. Вот, то есть я свой домик построил уже, и я потом покажу вам, как он выглядит. У меня тут рычаг с собой есть, это, ну, я покажу вам, зачем он нужен. Давай, деревенщина, работай. Надо выкопать, говорит. Давай, значит, выкопаем где-нибудь вот здесь. Подземелье Керши. Лол. Так, давай вот здесь. Вот, типа комнатки можно сделать на самом деле. Чтобы там можно было ходить и смотреть, выросли ли кактусы или нет. А сейчас, собственно, сделаю лопатку, потому что там много снега. Куда ты на... Ой-ой-ой-ой, Лёха, тебе не повезло. Твою мать! Да, ужас, Лёха, как ты мог вообще? Взял, упал туда. Дебил. Зачем он вырыл? Ой-ой-ой, нет. Так, ну они в три блока-то вырастут, да? Кактусы эти. Нет! Деревенщина тупая. Чё он сделал-то, дебил? Взял, понаставил. Как они вырастут, кактусы? Сам расти в таких условиях. Тут выкопай хотя бы. Они не вырастут, если потолок низкий. Тупой, блин, деревенщина. Глаза ему режет. Да, мне тоже режет. Но это не значит, что потолок надо застраивать. Ну, типичный Лёха, короче. Типичный Лёха. Так. Сейчас поможем Лёхе поставить. И вот такой вот будет у нас террариум с кактусами. Террариум с кактусами. Блин, у меня эти снежки уже не вмещаются никуда. Их проще, знаете, уже рукой копать. Во. Вот, все, три ямочки такие получились, отлично. Вот, и будет у нас вот такой вот Лёха-садовник. Ну, вообще он деревенщина, но это не важно. Будет Лёха-садовник кактусом. Будет кактусы выращивать. И жить на этом. Так вот, народ, собственно, мы сделали вот такие вот, такую прикольную ферму для кактусов. Собственно, кактусы будут у нас расти. Мы поставим здесь вот еще вот факел, да? Надо как-то... вот так, поставить факел, чтобы они росли. И вот, Леха тут еще сделал вот такую штучку. Че он с песком разбрасывается-то? Блин, собственно, чуваки, нам пока рано еще идти куда-то и изучать что-то. И поэтому мы пока что сидим дома и пытаемся выживать. А потом, ой-ой-ой, как раз фармимся, так сразу уже пойдем изучать. Собственно, мы сделаем уже тачку там, может быть, оружие. Ну, оружие у меня есть, но, смотрите, пока я, делали мы ферму, Леха прибежал, сказал, что у меня тут пол дома нету. Я прибежал, все застроил. Ой. Ой-ой-ой, два веселых крипера. Опа, а где рычаг? Ой, чак-чак.
Ладно, воспользуемся другим методом попадания в дом. Собственно, вот мой дом. Вот так он выглядит. Сейчас, погодите. Мне нужен рычаг. Так, ладно, рычага. А, вот он. Зачем мне нужен рычаг, да? Во-первых, чтобы никто в него не попал, то есть тут один чувак, бегает, тут такой заходит и берет железо у меня и прочее. Ну не из-за этого. Потому что много веселых криперов прибегает и все взрывает тут к чертям собачьим. Вот. Как здесь. Нет, уйди! Подонок, блядь! Твари, сволочи. Вот такие вот криперы тут носятся, и все взрывает, и у меня горит от этого. И, блин, мне нужно побыстрее уже сделать оружие, там, вырастить, чтобы Леха вырастил кактусы, мы чтобы побыстрее сделали оружие. Твою мать. Вот, собственно, они мне тут все разрушили, эти криперы чертовы. Но ничего, потом я их всех перестреляю. Вот они просто портят ландшафт. Вот ночью вот мы сидим в домах и трясемся так вот. Вот так. Чтобы эти твари зеленые нам не разгромили тут все. Куда я? Нет, ну твою мать! Ну блин! Сволочь, куда выкинул? Отстаньте. Только не свин-паук! Нет! Фу. Все, идите в жопу. Нет. Вот, чуваки, вот так вот и живем. Так и живем, чуваки. Вот, то есть я даже нормально не могу перебежать к другому дому. Вот только что попытался застроить, а там вот криперы набежали, все взорвали и убежали. Сусмон, игроки. Вон, там вообще свин-паук захватил чей-то дом, чью-то хату. Так, народ, уже почти рассвет. Ну вот, уже даже рассвет, да. Собственно, я тут заделал все из... Ой, снега. Блин, я опять там забыл рычаг. Ну да вот. И сейчас я сделаю, пожалуй, что-то наподобие гаража. Потому что я сейчас собираюсь сделать верстак для техники. Так вот, мне понадобится сколько? 3 миски и железо. Окей, железо у меня есть, все это есть. Так, 6 железа. Вот, то есть складываем мы все это вот так. И получается у нас верстак для крафта техники. Собственно, вот. И нам нужно его поставить в гараж. Сейчас мы сделаем еще гараж. Тут как-то можно было крафтить еще гаражную дверь. Так, гараж. Как она крафтится? Ага, это очень даже легко, смотрите. Блин, только у нас нету... Нету одного материала. Ну да ладно. Вот моя хата. Вот, вот так она выглядит. То есть ночью вы не видели ее нормально, а сейчас... Ой, разбомбили ее. Криперы всякие. Разбомбили. Вот так она выглядит. Тут второй игрок бегает. Вот, собственно, тут, конечно же, табличку отломили. Шахта называется тут... Копай не хочу, но пришли веселые криперы и все тут разбомбили. Так вот, там у нас бегают свинопауки. Свинопауки. Это дом одного из игроков тоже. Он сделал себе какую-то такую... Ну, только что сделал такую себе лестницу, чтобы его эти не задалбывали пауки. Ну да ладно, давайте посмотрим, что тут. У него тут... Фига он тут набил лошадей. Давайте дальше посмотрим. Так, кроватка у него там стоит. И выход на второй этаж. Окей. Ай, пол КБ. Так, тут чей-то общий дом с кем-то. И вроде тут... Это Сейнекс живет. У него тут много снежков. Железный слиток. Хм, нормально так. А тут у нас... Котя Няса живет. Так, что она тут рубит? Эй, чё рубишь? Фиг пойми. Давайте попросим зайти, потому что... Мало ли. Окей. Посмотрим, что тут. Тут много факелов. Видимо, она боится, что тут заспаунится какая-нибудь мразь и тут все разнесет.
Ну, мне бы тоже стоило так сделать, потому что у меня факелов почти нет. Вот, печки, древесный уголь. Что такое? Окей. Она выбила, видимо, со скелета, сильвер скелета, меч. Ну да ладно. Сейчас будем делать гараж для нас. У нас тут есть озеро, тут что-нибудь тоже можно сделать. Вот у нас такая деревушка на озере, так сказать. Так, чуваки, собственно, я сделал нам раздвижную дверь плотника. Она работает. Ну, сейчас покажу, как она работает. О, Фанни Гуфи обошел полкарты. Я же говорил. Вот. Собственно, надо придумать, куда поставить нам гараж. Собственно, надо как-то вот сюда, что ли, расположить его. Не знаю, даже вот как-то вот так, что ли. Пример вот здесь вот. Так, я, пожалуй, отключу снег, потому что он немножечко сейчас мешает на данный момент. Так, и вот так крепятся эти двери. Ой, я одну не так поставил. Давайте сделаем их деревянными. Деревянными сделаем эти дверки. Так вот, деревом заполним. Ой. Вот, собственно, вот так вот они раздвигаются, собираются. Двери плотника называются, раздвижные. Вот, короче, будет у нас тачка стоять какая-нибудь, которую мы скрафтим. И стол по крафту тачек. Сейчас мы это все сделаем. Так, вот. То есть, как я сделаю, я сразу продолжу запись. Вот, чуваки, я сделал что-то похожее на гараж. Он туда положил стол для крафта оружия. Ой, оружие этого. А, и забыл сделать пол. Ну вот, сделал гараж такой. Тут, это я уже показывал, пол будет вот из досок такой вот. Ну, чтобы был не однотипный. И надо сюда как-то поставить факел. Вот. Ну, думаю, это похоже чем-то на гараж хотя бы. Потому что если это не похоже на гараж, я не знаю. Я ничего не сделаю. Тут у нас стоять машина. И сейчас посмотрим, какие тачки вообще мы можем сейчас сделать. А, и да, я забыл сказать. Тут у меня есть такой молоточек плотника. Им я могу делать, короче, вот так вот. Ух ты. Ну, думаю, вот так вот лучше всего. Лучше всего будет вот так, если будет. Так вот, надо сюда еще свет провести. Сейчас как раз-таки сгоняю за факелом. Твою мать, выпусти меня. Сгонять за факелом. Главное, чтобы веселые криперы все это не разбомбили. Потому что если они разбомбят это, то будет вот вообще так плачевно, то что просто вот... Какая битка будет. Сейчас заодно посмотрим, а что нужно у нас для тачек и прочего добра. Тут повесим две вот так. И здесь повесим две вот так. Все. Гараж полностью освещен. Отлично. И давайте смотреть, какие у нас есть тут тачки. Так, значит, у нас есть это из Fallout Craft. Не, нам нужны обычные тачки, которые, из-за которых не вылетит ничего. Во! Виллидж джип можем скрафтить. А для него что это такое? Я не знаю, что это. Лол. Ну, для него нужен двигатель, колеса. А, это просто так, окей. Двигатель, колеса. Мы можем также сделать вертолетик. Для него вот такая вот фиговина нужна. Но я думаю, для начала мы должны сделать виллидж джип, потому что у нас есть кактусы. Вот. Это нам не нужно. Шерман. А, это КВ-1. Просто так, это как бы текстурка Шермана. А биплан. Биплан можем сделать. Вот, чтобы летать. Бомбардировщик. Многоместный. Так. И Ми-24 можем сделать. Либо вот Кобру. Хью. Вот. Только для этого миниган нужен, а для этого РПД. Но я думаю Ми-24, потому что у него больше мест. Вот. Тут целых 5 пассажиров может. Вот, то есть тут 6 человек может в этом сидеть. То есть это отлично, мы просто все можем летать тут. Вот, а из тачек... Ну, вилли-джип, да, вилли-джип. Вот эти тачки я не хочу тыкать. Хотя, смотрите, для них вообще ничего не нужно, но... Так как у нас цветов не растет на острове, то мы их не сможем сделать. Такая вот обидка. Ты смотрите, тут сделали, типа, таких... Как назвать даже, не знаю. Столбик фонарный. Вот. Нужно тут все застроить еще. А то тут дыры сплошные. И надо посмотреть, как там поживают наши кактусы. Как поживают наши кактусы. Так вот, я у дома Лехи.
Так, сейчас зайдем. О, вырос, смотрите. Наш кактус вырос. Ура! Кактус вырос. Ура! Он подрос на один блок, но я его срубил. И так что пойдем посмотрим, что будет, если... Если раскаленный кактус... Не, если кактус положить в печку, сколько? Оттуда выйдет вроде один, я не помню, потому что... И сейчас момент истины. Посмотрим, посмотрим. Так, посмотрим. Надо уголь заправить. Давай, давай, давай. Ну два, пожалуйста, хотя бы два, можно? Нет, один. Ну ладно, ладно, подрастут кактусы, тогда... Тогда все будет. А пока что нет. Пока что будем входить вот с такой вот двухствольной винтовкой, ружьем, вот. И застраивать кактусом, ой, кактусом, снег, дыры в снегу, снегом. Вот, такие дела. Поэтому всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите добрые комментарии. И всем пока. Они меня под окном бесят. Коротко о том, как мы прячемся от этих монстров. Мы, короче, забились в шахту под названием «Копай не хочу» и сидим здесь. У Насти, кстати, две стрелы в глазу. Жесть. Короче, с Фаней и Настей мы сидим здесь, пиздец.